В Донецке открылся региональный центр «Открытая власть». Его специалисты будут предоставлять услуги населению по выдаче 45 разрешительных документов по принципу «единого окна». Теперь, к примеру, получить заключение экологической экспертизы, лицензию на импорт или экспорт товаров, разрешение на строительные работы можно будет в одном месте. Построен центр за деньги областного бюджета. Власть потратила на него около 1 000 000 гривен и обещают, что обслуживать будут быстро и профессионально всех без исключения. Это субъекты предпринимательской деятельности, юридические лица, физические лица предпринимателя. А также в рамках центра выдается, будет оказываться 22 вида административных услуг, а это получателями админуслуг могут быть и жители области. Ну, если просто говорить, да, упростить жизнь предпринимателей, физлиц и взять под контроль процесс выдачи документов дозвельного административного характера. То есть ускорить, сделать этот процесс максимально прозрачным.